Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про самые молчаливые породы кошек. Вы хотите завести кошку, но любите тишину в доме, боитесь, что питомец будет постоянно мяукать? Тогда это видео точно для вас. Далеко не все кошки любят подавать голос. Есть много пород, представители которых отличаются спокойным и молчаливым характером. Итак, представляем вам наш топ-5 самых молчаливых пород кошек. Экзотическая короткошерстная кошка – молчаливая и спокойная порода, которая редко подает голос. Эти животные отличаются невероятной преданностью своему хозяину и обожают внимание людей. Однако при этом они очень эмпатичны и деликатны. Они никогда не будут навязываться своему владельцу. Рэгдоллы – настоящие флегматики. Они обладают добрым, ласковым и спокойным характером. Представители породы разговаривают только по делу, просто так болтать они точно не будут. Эти кошки практически не шумят, так как предпочитают общаться со своим владельцем слабым, нежным мяуканьем. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Британская короткошерстная кошка – одна из самых популярных пород в России. Эти мяукающие обладают спокойным и благородным характером. Они независимы и молчаливы. Представители породы идеально подойдут для владельцев, ценящих тишину и покой. Шотландская вислоухая кошка во многом похожа на британца. Представители породы такие же интеллигентные и спокойные питомцы. Эти мяукающие отличаются уравновешенностью и немногословностью. Это очень преданные животные, любящие и ценящие внимание со стороны владельца. Селкир крексы – тихие, уравновешенные и умные кошки. У представителей породы прекрасный характер. Эти животные хорошо чувствуют настроение хозяина и умеют подстраиваться под него. Таков наш топ-5 самых молчаливых пород кошек. Если вы ищете себе питомца, с которым приятно будет провести время в тишине, обратите внимание на одну из перечисленных пород. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был I Like Pet. До новых видео!